Всем приветики! С вами Милес, и мы продолжаем играть в Хорн. Так что надевай наушники, бери вкусняшки, чаечек, кофеечек и поехали! Так, ну мы продолжаем. Нам, видимо, нужно еще один рычаг вот здесь получить. И сейчас вот эти вот монстры опять повылазят, мои любимые. Мои любимые монстры повылазят. Ё-моё, твою ж налево. У меня ХП на один удар, чтобы ты понимал, понимаешь? А! Яй-яй. И как мне с ними бороться, если мне нельзя... Меня нельзя ударить. Меня нельзя ударить. У меня ХП. Очень интересно. Очень интересно, очень познавательно и непонятно. Как мне противостоять им? Мне подсказали в комментариях, что да, здесь боевка полная ГМ, и поэтому лучше от них убегать. Но сейчас я не знаю, куда мне надо там бежать. Если там еще одна загадка, еще один какой-то рычаг, то мне просто бежать-то и некуда. Возможно... Давай, давай пробежимся. Давай просто. Я смотрю, здесь ничего нету. Давай попробуем пробежаться. Послушаемся этого совета в комментариях. Просто убежим! Получим по жопе, и с нас хватит. По-моему, получилось. А нет. Блин, видишь, гадина одна идет. Идет она. Сюда идет эта сучка. Идет твоя медь. Идет она, зараза, гадина. Я ее больше всего не люблю, потому что она плюется. Где она? Блин. Понимаешь, она меня заметила. А! Еще одна дрянь прибежала. На возгласы. Понимаешь? Бежим! Там еще одна хрень бегает. Там еще одна хрень бегает. Блин! Что за задница? Задница, задница! У нас полнейшая задница! Внимание, задница! Внимание! Внимание! Настала полная задница! Мы в тупике! Настала полная задница! Все, пипец. Но мы справились. Мы убили раз, два, и вот остался третий. Так, ну, ты, наверное, видел, что они вроде бы как... Ети твою за ногу. Ладно, сейчас мы это как будто не видели. Они, походу, реально попрятались. Я туда-сюда их поманила, туда-сюда свернула, так сказать, вниз убежала. И, походу, они реально попрятались. То есть, я их обманула, они спрятались, я даже еще никого не убила. Даже ни большого, ни маленького, ни второго, ни третьего, ни пятого. Ладно. Сейчас эту штучку возьмем. Я не знаю сейчас, что она опять сделает с этой фигней. Посмотрим еще раз на тот проход. Никто не идет. И тогда будем решать эту головоломку снова. Фух. Ну и что-то... Ну что-то странно и страшно. Как будто он сейчас все равно вылезет, блин. Вроде нету. Понимаешь? Вроде нету. Ну как бы все и шевелится. Везде эти звуки ужасные. Ой, ладно, поехали, твою медь, ё-моё, писец,
Эй, чё за твою фиговину, а? Матерь Божья, ёб твою налево. Как мне сделать вот так вот? Ага, но по идее мне надо что, вот так вот, чтобы вот это вот так вот было. А эту мне как надо повернуть? Эту мне надо повернуть вот так вот. Не-не-не. А, верхний я не могу двигать уже, да? А, они соединены. Вот, я могу их разъединить сначала. Во-первых. Вот так вот. А теперь вот это я могу двигать. О! Только мне не хватило одной. Вот, это должно быть вот так вот. Теперь мне вот это надо разъединить. Вот это мне поставить, наверное, вот так вот. Теперь вот это мне поставить, попробовать, наверное, вот так вот. Отлично. И вот это у меня не получится. И это у меня не получается. Почему? Ты знаешь почему? Знаешь, почему мне это не получается? Сейчас я тебе скажу, почему. Вот так вот. Отлично, я смогла, господи, я ее сейчас решила, даже без паузы, понимаешь? Вот при тебе я ее решила, ё-моё. Круто. Надеюсь, там никто не ползет ко мне, и я... Там же никого нету, блин, там же... Я не оглядываюсь, я никуда не оглядываюсь, я просто валю. Супер! Убьешь меня, я тебя убью. Понимаешь, появились твою медь. Фу, мне аж плохо стало, мне аж стало дурно. На самом деле. Фух, я так это долго проходила, если бы меня убил, я бы не знаю, что я с ним сделала. Ему бы точно было сложно жить в этой игре. Фух. Все, мы можем опускаться на самый нижний уровень. Не знаю, зачем это нам все надо. Никто ко мне не ползет. Все как обычно. Все как обычно. Сейчас посмотрю, что там у нас на нижнем уровне. Пошли на нижний уровень. Пошли, пошли. Так, ну надеюсь, мы скоро с тобой закончим игра. Да, осталось, надеюсь, совсем чуть-чуть. Буквально полчасика нет. По моим подсчетам. Еще около часов 3 где-то. Еще около 3 часов, наверное. Но надеюсь, мы сейчас быстренько это пройдем. Ну и где мы? Что-то у меня уже геймпад не хочет играть в эту игру. Что-то начинает как-то зависать, подлипать. Ладно, бросаю я этот геймпад, буду уже на клавиатуре играть. 10 дней враги, короче. Короче, просто будем вот так вот играть. Так, что мы сделали? Я помню, мы сюда спустились. Зачем? Чтобы... Мы здесь были. Да. Мы здесь были в прошлой серии. Мы отсюда вот сюда пришли и пошли наверх. А, нет, мы оттуда вот так вот пошли. Стоп, а зачем мы сюда спустились, скажи мне? Для чего? Я что-то не понимаю, для чего мы сюда спустились опять? Зачем? Так, на какую кнопку нажать-то? Ага, вот, все. Так, ну хорошо, это ж... Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Так, отлично. Ого, хорошо, забрала колечко, шарик. Куда ты его ставишь? Сюда наверх. Хорошо, у нас получится красивая большая статуя.
Ничего такая, еще бы я посветиться, как новогодний шарик. Было бы тоже замечательно. А куда ты поехала? А? А куда ты поехала, штука? Подожди. Подожди меня. Стой. Стой. Пожалуйста. Ага, теперь нам надо какую-то другую штуку активировать, чтобы забрать вот эту штуку, походу, да? Кто-то там уже... Вот она, коза. Вот она, коза. Иди в жопу. В жопу! Сучка! Твою мать, я ненавижу этих плевальщиков. Они плюют за 10 метров. Ниоткуда я начну. Надеюсь, шарика хотя бы. Если надеюсь, шарика. Шарика. Слава богу. Так, хорошо, шарик увезли. И, видимо, мне надо наверх, чтобы какая-то другая фигня забрала вот эту фигню. Ладно, и вот эту хрень надо убить. Только она в загоне. Я ее никак не убью. Вон, видишь? Давай подождем, пока она, короче, того свалит. Давай, типа, я текстура, меня нету. Ты меня не увидишь, ты меня не знаешь. Я текстура. Там их две чули? Вон, видишь, идет, идет. Кажется, идет. За стенкой она меня не найдет. Сквозь стенку ты же не стреляешь, не плюешься. Ходит, ходит, ходит коза. Ходит курица, блин. Идет, идет, идет. Она, походу, сделала круг и сейчас опять в свой кокон залезет. Нет! Слава богу, она промахнулась. Ё-моё. Курица. Даже попасть не можешь. Блин! Им 6 ударов нужно, помнишь? Помнишь, 6 ударов. 6 ударов. Господи, господи. Фух. Фух. Продолжаем, идем дальше. Неужто они все восстановились? Кого я убивала, они все восстановились? Мне это, знаешь, не нравится. Все. Так, сейчас, сейчас. Ага, восстановилась. Еще тут будет? Нет. Блин. Стрёмно. Стрёмно! Стрёмно! Пипец, как стрёмно. Ладно. Сейчас смотрим. Вот это что делает у нас? Все же, кажется, началось из-за этого механизма. А, мы опускаемся этой хренью. Подожди, подожди. Мне кажется, нам это не надо. Мы опустились совсем низко. Нам не нужно было так низко. А, вот она штука, отлично. Кажется, может и да. Давай, нам надо, видимо, использовать вот это вот все. Вот это. Да. Давай. Ага. Чё? Сюда? Зачем? Так, ну нам либо здесь надо, либо вот там вот. Но вот туда мы не можем его поставить, там щупальца закрыты, понимаешь? Типа вот я ставлю, и оно не хочет цепляться, потому что там щупальца закрыты. Так что нам нужно их освободить.
Так, это мы здесь сюда пришли. Остается нам, если здесь есть путь, да, вроде есть. Нам надо вот эти вот всякую, вот эти, короче, щупальца надо восстановить. Очистить от этой плоти, от этих... А, он плюется, коза. Это что за штука? Так, ты опять мне какую-то фигню сделаешь с этой штукой? ХПшки ты мне дашь! Ой, спасибо тебе! Спасибо! Теперь у меня сколько ХПшек? Ой, отлично! И еще давай. Ой, отлично! А можно мне еще... Стой, дай мне еще ХПшек. А дай мне еще ХПшек, ну пожалуйста. Так, ладно. Поигрались, поигрались, хватит. Куда надо идти? Куда надо идти, чтобы вот эти щупальца освободить? А? Так, это у нас закрыто или закрыто, открыто? Хорошо, тогда, скорее всего, надо на другой этаж. Отсюда мы все забрали, там мы это все проходили, получается, это на второй этаж. Но мы можем сейчас просто подняться на второй этаж. Давай пока просто поднимемся на второй этаж. Нет, это не тот пульт, вот этот пульт. Потому что на первом уже больше ловить нечего. Значит, это где-то там, где мы не были. А значит, это где-то здесь. Вот. Ага. И вот эти вот щупальца надо как-то освободить. Я не помню, мы здесь... Да, мы здесь, кажется, были. Мы здесь были, и вот эта фигня работает... Как? Ага, с вот этой фигней она работает. Ага. И она может ее сюда поставить. Так, а давай попробуем. Давай посмотрим, что получится из этого. Если мы эту хрень передвинем вот туда на серединку. Мы же на серединку можем передвинуть, по идее, да? Так, ну, поехали. А давай дальше. Вот туда, вот давай прямо. 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 Нет, чувак не хочет. А, вот сюда можно, стоп, наоборот. Вот как раз-таки щипчики. Вот сюда мы сможем, походу, это сделать. Да, отлично. Ага. Так, по идее, сейчас мы должны пойти вот туда встать, и нас должно перенести куда-то еще в новое место. Я так предполагаю. Я предполагаю, да, но я что-то не очень предполагаю. Наверное, надо на вот это нажать. Чтобы ее перенесло как раз-таки вот туда. И, возможно, там мы что-то да сможем сделать или не сможем, я не понимаю. Я монстров слышу. Господи, я пере... Того. Я пере того, понимаешь? Так, куда мы? А, это карусель! А нет, это не карусель совсем. Вот сюда, здесь мы, кстати, не были, по-моему. А это реально карусель какая-то. Да, мы здесь еще не были. Потрясно. Потрясно, спасибо большое. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Плохо, плохо нашему чуваку. О, жесть, как плохо. Да ё-моё. Хватит. Чё за дрянь с нами происходит? Я не хочу туда идти. Я не хочу, знаешь, я не хочу туда идти. Это что вообще такое?
Сейчас лобик зачесался. Чё вообще? Ай, да что ж такое? Такое? Что это такое? Что здесь происходит? Смотри, вон дрянь какая-то ползет. Так, хорошо, давай сначала туда пройдем. Да блин, да что ж такое, лобки? Почему это? К новым каким-то улялям? По жопе? Стопэ, это чё? О, ладошки вставить. Что ты сделаешь? А, это типа нашего сердца? А чё, а почему нет? На, сделай что-то с этим. Ладно. Нам, короче, отказали, понимаешь? Вы же меня тут не сидите? А, я даже пройти не могу. Так, не говорите, что мне опять придется этот цветок весь раз. Раскрывать. Я не хочу снова всей фигней этой заниматься. Мне надоели эти ваши скучные, нудные искания головоломок. Засунь туда, вытащи это, реши это, пойди туда. А чё, я пройти? Ага, могу. Ага, все, дальше я не могу пройти. Хорошо, у нас остается один путь вот туда сейчас налево вниз. Какой-то ад. Понимаешь, я слышу. Я слышу, что там какая-то дрянь. Оно все шевелится. Видишь, вот эта хрень какая-то. Там есть кто-то. Ну, на всякий случай его как бы того, чтобы на всякий случай было, понимаешь? Должно быть. Так и должно быть. Ах, вот наплевальщица, гадина. Я терпеть их не могу, понимаешь? Фух, благо их легко и быстро убить. Так, вот это шевелится, мне она тоже не нравится. Уйди отсюда. Уйди с моей дороги. Блин, эти звуки. Это игра. Это просто писсос. Это пипец. О! Нормально, что-то нормальное. Ой! Ой! А, она не работает, она не движется, потому что все эти хрени, короче, все эти тела не дают двинуться. И так она была рабочей. Хватит издавать эти звуки, хватит двигаться. Сейчас, подожди. Ага, сюда не пройти. Ладно. Мне эта жесть не нравится, как вот эта фигня двигается. А вдруг она на меня просто нападет? О! О! Так, все, у меня появились, у меня есть один заряд, хорошо. Вот это движется. Я очень аккуратно. Я очень аккуратно с этим. Вон к этой хрень. Все, восстановилось. Что это? Что это такое, блин? Так, опять нам надо засунуть. А, оружие. А знаете, я вообще-то еще слева не была. Зачем мне направо, если я еще слева не была? Подожди. Подожди, не, так дела не пойдут.
Я хочу пойти сюда. Посмотреть, что здесь. Дай пройти, пожалуйста, вытащи это. Вдруг здесь есть тоже какой-то механизм, который пропускать. О, не стоит. Вот, есть механизм. Он за решеткой как раз-таки. Хорошо. Хорошо. Это получше головоломкам, чем там. Лучше какие-то открывающие и закрывающиеся двери, чем та фигня непонятная шариками. Хотя я уже во второй раз и решила очень быстро. Очень. За минуту, наверное. Так. Хорошо. А где мы оказались? Ага, там есть еще. А, это реально какая-то сейчас тоже головоломочка будет. Пройди сюда, выйди там, лабиринт. Все дела. Только давайте, блин, без этого. Ёп твою за ногу! Что это за мамочки? Ты понимаешь, что это писец? Ты понимаешь, что лютая жесть? Ты понимаешь? 4 удара. Ай, ни хрена себе, ты, блин, бьешь, тварь! А-а-а! Это что за монстры, твою медь? И как от них убегать? Ну, он медленный, конечно, но, блин. Его можно убить, его можно убить. Я уже сколько его раз ударила? По-моему, 4 или 5 смогла. Ну, максимальное, мы помню, убивали этих ползучих 6 ударов было. Может, ему тоже нужно 6. Может, 7. Блин, это отсюда опять заново проходить, а там же эти монстры тоже грёбаные. Не ори! Я сказала, не ори. Так, я еще себе хпшечек вставлю. Все. Пошли быстренько. Тихо. Тихо. Ой. Так, хорошо, они не страшны. Они не страшны. Страшна вон та большая, огромная хрень. Ой, божечки. За это ты должен поставить лайкосик и написать, что ты, возможно, хочешь продолжение, чтобы я эту игрушку прошла. Так что, если ты хочешь, напиши. Просто так, я не хочу этих мучений. Что это за дрянь? Направо мы не пойдем, мы можем пойти только налево, понимаешь? Давай его обманем. Давай. Давай. Давай, я прислушаюсь к комментариям, что лучше от них убивать, потому что боевка охренеть какая тупая. Блин, тыкать. Сюда, наоборот, давай направо, направо. Все, побежали. Не будем его убивать. Просто прибежим, может, он испугается, свалит от меня нафиг и все. И скажем ему бай-бай, мой дорогой. Стоп, мы вернулись. А мы в начало вернулись? Я просто не пойму, это начало или нет? По-моему, нет. По-моему, нет. Да, такого здесь не было. Вот этого вот здесь не было. Ага, можем пройти дальше. Сейчас посмотрим, вот это у нас что такое. Ага, неважно. Все, и мы, кстати, сэкономили время на мучение с убийством того. Того барана.
Ну, это реально, это бык баран. Не обращай внимания, что я молчу. Я просто очень сосредоточена. И очень стрёмно. Ой. Поехали, поехали отсюда. Отсюда, поехали, наконец-таки. Какую-то задницу опять. Приехали. Потрясно. Чем? Зачем? Что нам здесь надо? Что нам тут опять надо? Господи. Надоело искать штуки, когда можно куда-то что-то засунуть. Вот, и где это? Нам надо опять вниз, да? Хорошо. Нам надо опять спуститься вниз. Смотри, ползает. 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 Это мы оттуда, короче, сейчас выйдем в лифте, и нам надо будет туда пройти. Давай сделаем так, чтобы эта фигня ушла. Во, отлично, она ушла. Все замечательно. Стой, а что здесь? Ага, а это я не могу открыть? Нет, я не могу открыть. Мне не хватает, видимо, шариков. Светящихся шариков мне не хватает. Было бы замечательно. Но поехали вниз. Здесь нету никого, меня здесь тоже нету. До свидания. О, куда мы вышли? Мы куда-то, короче, опять вышли. Это что, классно. Ага, откроется вот это, хорошо. Сейчас давай посмотрим, что там еще слева. Если врагов нету. Ага, все, здесь ничего нету, отличненько. Все, замечательно. Мы хорошо и быстро, по-моему, продвигаемся в этой серии. Мне нравится. Надеюсь, мы к концу хорошо близимся. Ой, я бы эту игру прошла за полчаса. Было бы мое желание, возможность такого. Ты смотри, посмотри, вон он, баран вылез. О, ладошки. Давай, на тебе мою штуку непонятную. Как я понимаю, вообще это похоже наше сердце, потому что туда вставляются наши хпшки и тому подобное. О! А теперь знаешь, куда нам надо? Теперь нам надо обратно. Теперь нам надо обратно и открыть ту долбанную дверь. Понимаешь? Давай, давай, бей, бей посуду, бей. Злись. И нам надо вообще туда. Давай. Пока он там идет. Мне надо в лифт. Мне надо обратно в лифт, понимаешь? Давай, 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 быстрее, пока там нет погони за мной. За моим хвостом. Фух. Так, вот здесь, по-моему, дверь. Отличненько. Отличненько. Фух. Пошли дальше. Дальше. Так, вот это, по-моему, это хпшки. Это хпшки. Давай мне побольше хпшечек. Отлично. Я сэкономила хпшки нормально так. Ого, сколько много вы мне дали. Стоп, это вы меня к чему-то готовите? Просто так много хпшек не дают. Я как бы знаю. Знаю. У меня опыт есть. О. Может, мы превратимся скоро в монстр? Походу. Мы мутируем. А ты не можешь просто из себя вытащить эти руки, а? Может, попробуешь?
Может, у тебя получится? Куда нас? Куда? Куда мы катимся? Мы катимся куда-то! Ой, мы вверх или вниз? Куда мы? А, меня уже тошнит. Куда мы приперлись? О, вижу чучело. Так, скажи, куда мы приперлись? Так, кажется, там путь закрыт. Ладно, идем сюда. Ну, думаю... Ой, думаю, мы все же туда куда-то пойдем уже в следующей серии. Так что, если ты хочешь продолжение, поставь лайкосик и обязательно напиши, что ты хочешь продолжение. Иначе я не готова ходить дальше и сражаться с этими ужасными монстрами. Все. Так что, ты понял. Лайкосик и комментарий. Все. Так что, все ссылочки в описании на соцсети. И все. Всем пока-пока.